Усіх вітаю! Ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пичик. Разом зі мною Сергій Жирнов, спеціаліст із міжнародних відносин і спецслужб, колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергій Олегович, здравствуйте! Здравствуйте, Ангеліна, і привіт всім нашим зрителям! Сергій Олегович, я бы хотела начать с интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которого Путин давал в Кремле. Сейчас появилась информация, что в Кремле пытаются предоставить это событие как чрезвычайно успешную и популярную попытку России сформировать информационную среду на Западе и показать, что Путин является влиятельным мировым лидером. Об этом рассказали источники издания «Медуза» в администрации президента РФ. Песков также заявил, что задача интервью выполнена полностью, а именно быть услышанным в мире. Там уже это интервью только на платформе X набрало около 200 миллионов просмотров. Как вы считаете, все же не переоценена ли возможность влияния данного интервью на западную аудиторию? И вообще у вас какое впечатление сложилось после разговора, монолога Путина, собственно, во время этого интервью? Как он говорил, мои скучные диалоги. Да. Его скучные диалоги. Вот. Ну, во-первых, я немножко с вами не соглашусь, что вы сказали, там, журналисту Такеру. Журналист он еще тот. Он больше, так сказать, человек, у которого просто есть своя идеологическая платформа. Вот, его как журналиста, кстати, уволили с Fox News, у него просто осталось его частное предприятие. И для него, безусловно, это огромная удача, потому что он заработал кучу денег, он заработал себе очень большую популярность. Вот, цифры правильные. В общем, конечно, эту штуку посмотрел, потому что Путин просто не давал 2 года интервью больших, и поэтому это, естественно, становится медийным событием. Вот. Но здесь надо понимать, вот мы с вами, люди, которые работаем в YouTube там, и в телевизоре, вот, мы понимаем, что когда к вам пришло 200 миллионов, это, конечно, хорошо, это здорово, но дальше есть такой показатель, сколько длительность просмотра одного человека в среднем на вашем канале. Вот, и я так думаю, что вот это интервью действительно туда зашло 200 миллионов, начало смотреть это интервью, и как только Путин начал говорить про Рюриковичей, на 4-й минуте все эти люди отпадают и уходят. То есть, грубо говоря, средняя продолжительность просмотра этого интервью составляла там 4 минуты. Вот. А это очень плохой показатель. Потому что если у вас 15, то это уже хорошо. Если у вас 20, 25, то это просто супер. Потому что это значит, что люди все-таки въезжают в то, что вы смотрите. Потому что надо понимать, что мы живем в очень быстром мире. Молодежь вообще смотрит 1 минуту. Вот чтобы люди понимали, да, потому что вот молодые люди, они приходят, поэтому для них создали ТикТок. ТикТок – это 30 секунд, да, вот 30 секунд вы посмотрели и перелистываете. И вы знаете, вот, ну, те, кто вот не знакомы с этими платформами, у которых нет там внуков, детей, вот они просто не понимают, что вот эти молодые люди вот сидят на смартфоне, просто листают, они могут перелистать 1000 вот таких маленьких клипов по 15 секунд, по 30 секунд, которые прикольные и так далее. Эти клипы могут собрать 1 миллиард просмотров, никаких проблем нету. Вы знаете, чем глупее клип, тем больше он собирает, кстати, просмотров. Это, скажем так, вот на YouTube обратно пропорциональная зависимость от глубины того, что вы говорите. То есть, если вы говорите какие-то очень умные вещи, вас посмотрят 1000 человек, ну, 10 тысяч человек. Если вы говорите более-менее понятные для людей и интересные вещи, вас посмотрят там 1 миллион, 2 миллиона. Вот если у вас 10 миллионов просмотров, то либо это что-то супер вы такое говорите, и вот просто это, ну, супер-пупер, там, типа, я не знаю, вот как интервью Дмитрию Гордону, допустим, Сергей Пугачев давал там 5 часов, и там 20 миллионов его посмотрел. Вот, ну, а дальше вот все, что выше, это вот молодежные просмотры, которые там, я не знаю, там девочка несет котенка, и котенок там чего-нибудь там мяукает классно, и вот у вас там 1 миллиард просмотров. Да, или там щеночек какой-нибудь там с кем-нибудь там чего-нибудь делает. Вот, то есть вот Путин относится к этой категории. Просто это было любопытно. То есть одно любопытство не значит интерес.
Любопытство. Вот нам интересно посмотреть. Знаете, вот ко мне тут в гости ходит кот соседский. Вот ему любопытно, что у меня происходит в квартире. Он постоянно ходит каждый день, вот он заглядывает и смотрит. Вот это примерно такая же штука, да, потому что люди любопытны, как кошки. Вот, ну, кошки вообще самое любопытное, кстати, животное, представители животного мира. Вот, но люди примерно такие же. То есть им просто любопытно посмотреть. А дай мы посмотрим, чего там этот... из Кремля, чего-то он там наговорил этому Такеру. Вот. Ну и все, вы глянули и ушли. Вот. Если Песков говорит, что они считают, что это показывает степень благонадежности Путина и его уважаемости, то он очень сильно переоценивает Такера Карлсона, потому что Такера Карлсона из уважаемого, пусть довольно скандального, но все-таки уважаемого средства массовой информации, которым является Fox News, который смотрит десятки миллионов людей, если не сотни миллионов людей, его оттуда уволили. И у него теперь своя собственная компания, которую не смотрит никто, ну, кроме его почитателей. Вот. И если бы Путин хотел сделать что-нибудь уважаемое, ему надо было дать интервью Newsweek'у, Time'у, вот таким каким, Economist'у, Wall Street Journal. Да, вот Wall Street Journal, вот все, они все говорят, вот там есть воротилы Уолл-стрита, да, вот воротилы Уолл-стрита. Вот тогда вы уважаемы. А если вы даете Такеру Карлсону, то это Карлсон, который живет на крыше. То есть это, в принципе, ну, отстойный даже не журналист. Вот. Но не будем, так сказать, полностью в негатив уходить. Цель, если была цель к Путину привлечь внимание, то такое внимание привлечено. Это безусловно. Вот, потому что это, и этого Карлсона, вы знаете, даже это самое неприятное, что для Путина и для Пескова, и для всех этих, для всего этого русского мира, что получается, что для того, чтобы Путину привлечь внимание мира, он не может, например, дать интервью российской газете. Это никто не прочитает. Он не может дать интервью Соловьеву. Это посмотрят только в России. Ему обязательно нужен американец. И причем ему нужен американец, не встроенный в официальный мир западный, потому что тогда возникнет скандал, тогда возникнет интерес. Вот. Но респектабельности не будет. Респектабельность нужно дать интервью респектабельному западному средству массовой информации. И при этом, кстати, все эти россияне, которые постоянно плюют на Запад, постоянно выливают ушаты грязи, дерьма на Запад, они на самом деле низкопоклонцы. Потому что стоило этому занюханному Такеру приехать в Москву, вы видели, как 3 дня его они обсуждали. Такер пошел пописал, Такер пошел покакал, Такер взял в руку ложку, Такер отодвинул занавеску в своем окне. То есть они такое впечатление, что Иисус Христос сошел в Москву, и, значит, каждый его чих обсасывали, а это американец, который, они же говорят... Когда он выходил из гостиницы, толпы журналистов встречались, сбивали с ног, по сути, Такера Карлсона, он, садясь в машину, объяснял, что я еду на ужин, пропустите меня. Журналисты бежали за машиной в попытках что-то сфотографировать, что-то спросить, включались постоянно с места событий возле гостиницы, рассказывая о том, какой величины журналист прибыл в Москву, собственно, впервые за какое-то большое там продолжительное время. И вы знаете, вот в этом и на самом деле и есть самая интересная составляющая этого интервью. Ну, кроме того, что Путин просто не понимает, как даются интервью, он не слушает никаких советников, поэтому там нес полчаса какую-то ахинею. Причем, ну, человек говорит, я вам секунд на 30, ну, максимум на минуту сделаю экскурс в историю. И потом говорил 25 минут. Mm-hmm. То есть, ну, все. У старикана, в общем, Альцгеймер, старческая деменция. Человек, который говорит, что отец Зеленского, который родился в 1947 году, то есть через 2 года после окончания Великой Отечественной войны, если по российской классификации, боролся с нацистами. Да, ну и так далее и тому подобное. Все это мы уже обсосали, то есть да, все остальное просто скучно даже передавать. Вот. Но на самом деле это интервью сыграло еще очень важную роль. Оно показало Путина, настоящие его цели. То есть все поняли, что настоящая цель его никакие не переговоры, что настоящая его цель война.
На самом деле, да, вы знаете, даже это очень хорошее интервью, потому что он же в нем оскорбляет постоянно Америку и американцев. Он говорит, что вот вы такие плохие, вот у вас идиоты там везде, идиоты, идиоты, идиоты. Только я один умный. Правда, у меня почему-то 2 года вся экономика разрушилась, почему-то все плохо, ЖКХ весь взрывается, ничего не работает, танков наклепать не можем. Я вам рассказывал про танки «Армата», их никто никогда не увидел. Я вам рассказывал про всякие ракеты, их сбивают и пересажали всех ученых, которые их делали, и так далее, и тому подобное. Вот если бы Такер был бы журналистом, Такер Карлсон, то он бы тогда бы сказал, вот когда Путин там говорит, а у нас есть такое оружие, у которого никого нет. А Такер мог бы ему сказать, а почему тогда сажаете 12 ученых, которые делали это оружие, если оно у вас такое замечательное? А почему вы посадили, например, все руководство космодрома «Восточный» и «Роскосмоса», потому что они его никак не могут создать и никак не могут создать новые ракеты-носители? А почему у вас падает на Луну ваш искусственный спутник? А почему и так далее и тому подобное? Ну, в общем, все остальное, это просто даже нет смысла перемалывать кости всей этой бодяги. Генерал СВР, который, как предполагают, работал в близких кругах Кремля и знает инсайдерскую информацию, говорит о том, что интервью оплаченное. То, что произошло, было попыткой Кремля взять Такера Карлсона под контроль или, другими словами, завербовать его. Также интервью было переписано, подготовка двойника была проведена недолжным образом. С чем согласны, с чем нет? Что может быть правдой, что вряд ли? То, что оплачено, это точно совершенно, это понятно. Все остальное – это версии, да, потому что мы их проверить не можем. Больше того, ну, я, в общем, генерал СВР, мы делаем с ним итоги каждую неделю. Да. Вот я знаю, что он не живет в Москве, что у него он не ходит в Кремль. Вот и поэтому, строго говоря, я очень сильно сомневаюсь в тех инсайдах, которые он дает целыми днями. Вот я, кстати, с ним не скрываю, я ему в лицо говорю, что, в общем, я не очень этому доверяю, потому что те инсайды, которые он скрывает, сливает, или там, допустим, претензии на инсайды, или то, что рассказывает Валерий Дмитриевич Соловей, это все, конечно, интересно, но получается так, что есть какие-то предатели прямо в ближайшем окружении Путина, там, я не знаю, его охранники из службы ФСО, его близкие советники, которые постоянно сливают Валерию Дмитриевичу Соловью и генералу СВР информацию о том, как Путин сходил на горшок, как он там с кем встретился, что поел, как поспал, как попил. Вот мы, все люди, у которых есть голова на плечах, понимают, что таких источников информации вычислить нужно, ну, для спецслужб примерно 48 часов. Потому что... А дальше этих людей при Сталине просто расстреляли бы, вот, а при Путине просто посадили бы. Потому что это как минимум разглашение служебной тайны, что запрещено их работой, вот, а как максимум разглашение государственной и военной тайны, за что предполагается даже там пожизненное заключение по Уголовному кодексу Российской Федерации. Предположить, что в этом окружении есть люди, которые просто целенаправленно сливают информацию, и никто с ними ничего не может сделать, довольно сложно. Поэтому это я... В общем, уже говорил много раз. Это больше такое... Я рассматриваю канал и Валерия Дмитриевича Соловья, и генерала СВР как прикольные СМИ, которые троллят Кремль. То есть, грубо говоря, люди сидят, ну, они знают. Я не сомневаюсь, кстати, в том, что человек, который называет себя Виктор Михайлович, на самом деле там был когда-то близок к каким-то кремлевским кругам, вот точно так же, как я когда-то работал на внешней разведке. И поэтому, если вы когда-то где-то там работали... Кстати, в Ясенево я его не встречал, когда я там работал. Вот. И когда вы где-то работали, вы, в принципе, представляете, как все это дело устроено. Там ничего, в общем, по большому счету не поменялось. Точно так же, вот, допустим, администрация президента – это тот же самый аппарат ЦК КПСС. Там же находится, на Старой площади или в Кремле. Вот. Точно так же такие же отделы, также работают люди в этом аппарате. Вот. И, в общем, все это представить себе, люди, которые там даже в 80-е годы при Брежневе знали, как это функционирует, прекрасно знают, как теперь функционирует администрация президента. Вот, и поэтому можно всегда придумать, как их троллить, рассказывая про них всякие небылицы,
Вот, ну, то, что он, вот, то, что вы мне процитировали, что Такера завербовали, да его не надо вербовать. Ему заплатили деньги, он коммерсант, он бизнесмен. Ему сказали, заплатим денег. Он сказал, приеду, конечно, никаких проблем нету. Для него это было рекламой, это тоже оплата, кстати, его средств массовой информации, которые у него есть, его каналы, там, а у него многочисленные каналы всякие, там, на YouTube, на Эксе, там, и так далее. Вот, так что в этом смысле... Его не завербовали в разведывательном смысле этого слова, потому что вербовка в разведывательном смысле этого слова – это вещь, которую надо скрывать. А если вы показываете Такера в Кремле, то все понимают, что он работает на Путина. И к нему будут относиться как к агенту Путина. Поэтому вы его сразу засветили. В этом смысле вы не можете от него получать никакую секретную информацию, тем более, что у него ее нету. Это секретная информация, он не встроен ни в какие властные структуры какие-то. Вот так бы я ответил на этот вопрос.